Всем привет, меня зовут Олег, и я как активный зритель канала «Голос Силиконовой долины» решил поучаствовать в конкурсе. Тема видеосюжетов конкурса называется «Хорошо». Для меня слово «хорошо» – это когда мечты сбываются. Сначала у меня была мечта, чтобы у меня появилась семья. Я приложил к этому усилия, я хотел этого, я старался, и семья в моей жизни появилась. Появилась любимая девушка, и наконец-то мы с ней поженились. В соответствии с Синим кодексом Российской Федерации ваш союз зарегистрирован. И как любой нормальной молодой семье, нам хотелось, чтобы в нашей жизни появился ребенок. И у нас появился сыночка приемный. Ему тогда было 12, сейчас ему уже 23 года, он живет с нами. Тоже мечта сбылась. Потом мы очень-очень хотели, чтобы у нас появилась своя дочка. Мы тоже прилагали к этому усилия, мы старались, мы молились, мы хотели. И это чудо произошло. И жена даже записала мне небольшой такой ролик. Наша палата. Там мысли он чует. И... В жизни есть место чудесам. Нужно просто в это верить. Нужно стараться идти к ним. И стараться обеспечивать комфорт. Не только для себя, не только свою попу там в тепле, да, пригревать, но и заботиться о людях, которые рядом с тобой. Делать что-то для них, жить в мире, жить в доброте, жить в любви с людьми, которые тебя окружают. Хорошо для меня это когда 10 лет прожитые вместе делают семью только крепче. Когда ты видишь, что жена... Это твоя настоящая вторая половина, которая старается поддерживать тебя. И друзья, которые тоже делают очень много для нашей семьи. И всегда мы поддерживаем друг друга. Это очень хорошо. Очень хорошо, что у меня есть возможность делать что-то для своей жены. Стараться сделать ее счастливой. Стараться подарить ей что-то новое в жизни. Спорт. Какие-то положительные эмоции, стараться поддерживать на высоте, эмоциональной высоте, с улыбкой. Конечно, в жизни было бы тяжело прожить без друзей, без близких, без людей, которые верят в тебя, которые тебя поддерживают. Поэтому для меня иногда канал Михаила Портнова, Михаила и Светланы является такой небольшой моральной поддержкой. Я иногда задаю вопросы, на которые мне сложно найти ответ, а эти люди с высоты своего опыта отвечают в меру своей интеллигентности и образованности. Это меня устраивает, и мне это нравится. Конечно же, в жизни бывает и неурядицы всякие, неприятности. И я смотрю на это как немножко блогер, что могу я показываю в своей жизни. Пытаемся. Как мы это делали сегодня? Вот так. Раз, короче, вот так. А так, в общем-то, я за позитив. Друзья, верьте в чудеса, верьте в доброту, помогайте друг другу, давайте друг другу лапу помощи. Это был Олег, город Пермь. Всем пока, всем всего самого хорошего.